Если вы любите не только традиционные заготовки на зиму, но и оригинальные рецепты, тогда прошу обратить внимание на этот рецепт приготовления джема из фейхоа, вряд ли вы его готовили, самое время. Хочу вам предложить вариант, как приготовить джем из фейхоа в домашних условиях без сахара. Впрочем, сироп вполне можно заменить сахаром в пропорциях 1:1 с фруктами. Что касается времени приготовления, то тут все довольно условно. Можно проварить джем всего 5-10 минут и сразу закатать, а можно уваривать его несколько дней, чтобы получить более густую консистенцию, ориентируйтесь на свой вкус. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Первым делом, разумеется, нужно вымыть и немного обсушить фейхоа, аккуратно очистите от кожуры и измельчите немного. 2. Выложите в сотейник, добавьте сахар или сироп агавы, он в качестве заменителя сахара подойдет классно. 3. Поставьте на огонь и томите на медленном огне. 4. Периодически увеличивайте огонь, чтобы джем сильно кипел, и буквально через минуту снова убирайте до минимума. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Если на вкус он кажется слишком сладким, добавьте лимон, а дальше останется только выждать, пока джем станет нужной для вас консистенции. Для более густого джема варите по полчаса дня 2-3-3. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Фейхоа – 500 грамм. Сироп агавы – 2-4 столовые ложек. Количество порций – 1. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Заходите в гости.